Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Средиземье Тени Войны. Ну что ж, я, в принципе, вернулся с отпуска, потихонечку начинаю вливаться в всю эту нашу с вами суть Средиземья, вспоминать все как что было, потому что за все это время, пока был в отпуске, подзабыл немножко управление, сейчас немножко поиграл, вспомнил вроде бы. А у нас, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Осталось тут две заставы, которые мы сейчас с вами уничтожим. И еще нужно здесь пройти одну бойцовскую яму, которую мы с вами еще пока не смогли пройти. После всего этого, скорее всего, отправимся по заданию осада крепости. Надо будет защитить свою крепость. Ну и так, осталось еще помаленьку. Это только одно задание Килимбримбора и еще бойцовские ямы. В принципе, все остальное мы с вами уже повыполняли. Идем зачищать эту заставу. Начинаем задание. Так, если победить командира заставы, то тревога там, понятно. Выманьте орка по имени Круха Назиратель, убивая его лучников. Поехали. Эти лучники тебя не защитят, орк. Так, убийство казнями. Ого. Убийство казнями. Сколько надо их убить? 10, да? Так, хорошо. Ну, насчет казни я пока не знаю. Может, не получится. Потому что надо будет сначала накопить. На казнь пока не хватает. Отлично. Пойдет. Интересно, с какой стороны он вылезет, чтобы поближе хотя бы подобраться. Ну, не хочешь прыгать? Так, все, 10 прибыл. My archers! I'm gonna scramble the insides of whoever's responsible! Хорошо. Но казни, по идее, да, еще должны остаться, поэтому попробуем подкопить во время битвы уже конкретно. Надо будет только сейчас добежать. Давай.
Отлично. Ну, вот того возьми. Ну? Ну, выбери ты его. Как-то было легко и просто. Вербуем. Железная воля, серьезно? Опозорить хуже смерти, может быть, тогда лучше его оставить. Но застава еще не должна быть уничтожена. Или уничтожена? Нет, уничтожена. Отлично, хорошо. Выведена из строя. Замечательно. Пойдет. Ладно, у нас с вами еще осталась одна застава, от которой надо тоже избавиться. И потом пойдем на бойцовские ямы. Здесь тогда все. Отмечаем здесь цель. Кто у нас такой? Что за капитан? Нездоровый яд наносит урон ему. Казни, огонь, скрытые атаки. Хорошо. Давайте отмечать и сюда перемещаться. Так, а там наверху никого нет, чтобы можно было, допустим. Ну, походу, никого нет. Так, вымыть орка по имени Гунт, уничижитель, быстро и скрытно убивая врагов. Посмотри, как быстро и незаметно ты можешь остаться в одиночестве. Убийство с воздуха 2. Ну вот, в принципе, у меня уже есть одна цель, где будет убийство с воздуха. Давай, 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 тут еще будет. А, скрытных? Ё-моё. Еще, по идее... троих. Не скрытно? Серьезно? О, сейчас провалю задание. Я думал, он скрытно сможет убить, а он не смог скрытно убить. Ну смотри, да, опять же не скрыт. Нет, посчитали. Два убийства посчитали. Хорошо. Давай, 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 давай. Yeah.
Посчитали, хорошо, отлично. Есть, прибыл. Ну давай, давай, давай. Далековато находится. Далековато. Ну ладно, добежим сейчас. Ну что, сошлись? Мародеров танк. Ну, ну вербуй. Вот и все. Все, уходи. Завербован. Сразу 4 уровня повышается. Нехило так, нехило. Ладненько, попробуем еще раз бойцовскую яму. Так, я тебя возьму. Спасибо. Так, ну давайте переправляться. Тут у нас при этом была возможность поближе, да. Ну, давайте посмотрим, какие у тебя подробности, друг мой. Слабый хозяин. Если убивает его питомца или отряд. Дистанционные атаки, огонь. У него в наличии отряд дикарей. Наездник на Карагоре. Но он, блин, 56 уровня, зараза. Казнь, неуязвим, недостойкий и морозостойкий. Тогда, конечно бы, да, парня бы найти бы, который у меня, во-первых, высокого уровня. А у меня их мало, да? То есть ты 33-го, ты 31-го, 30-го, 30-го, 43-го, вот, кстати, легендарный. Горючий. К обстрелу он неуязвим, уязвим проклятию. Для... О, кстати, он неуязвим для звериных атак. Это хорошо. Бдительный. Меткий стрелок. Мощный стрелок. Этли... О, отряд элитных ологов. Давайте попробуем тебя отправить. Почему бы и нет, посмотрим. 43-й все-таки уровень. Ты не победишь меня. Надеюсь, ты не из тех идиотов, что даже драться не умеют. Да, уже получил ошеломление. Так, если бы он сейчас бы еще казнил бы его... А, по-моему, он казнил. Да, он казнил его Карагора. Это хорошо. Он пока меткий стрелок, но он даже еще пока не стреляет. И вот дерутся с ним дикари его. Ну да, смотри, он даже не нанес еще ни разу урона. Сам взорвался, что ли? Да.
Не судьба, вот никак не получается победить. Ни разу выиграть последнюю, как бы, битву, да? Да. Убит. К большому моему сожалению, задание выполнено, конечно, но он убит. Да, жесть. Никак не получается. Так, ты у нас кто? Этот вообще 64 уровня. Боится гулей. Огнестойкий, ядостойкий. Мастер ядов. Фанатичный отряд. Отравленное оружие, блин. Но у меня нету подходящего для него бойца. То есть можно было, в принципе, вот этого завербовать, да, друга? Наемный убийца. Высший. Могучие дикари, отряд дикарей. Ловушки ставит. Огнестойкий. Ну попробуем его. Чё же тогда не пробовать-то? Ха, не впечатляет. Я более чем готов к новой победе. Ух ты, да. Не, он его просто снесет на ура. Он даже ему еще не народ нес никакого урончика. Ну хотя так бросает-то неплохо, да? Нет, осталось здоровья совсем очень мало. А он нанес очень маленький ему урон. Да, тут без вариантов. Тут надо, получается, иметь сам высокого уровня. Попробую сейчас его как-нибудь либо завербовать. А что ты не переп... Главное, он его перепрыгивает, но не замораживает. I bet I can make that stop. Ага. Ага, сейчас. Так, стрелы. Да его нельзя перепрыгнуть же, друг мой.
сильный парень. Сильный, не скажешь. Но его сейчас не получится завербовать, потому что он высокого уровня. Да. Его туда мы с вами опозорим. Так, он стал сразу 45-го. И он исчез. Отлично. Надо просто заполучить, конечно, тут хороших сторонников себе, высокого уровня, но желательно, конечно, чтобы у самого у меня был высокий уровень. Поэтому, наверное, пока эту яму оставим в покое и давайте переправляться. У нас, в принципе, еще есть ямы. Задание есть здесь. Так, это же мои тут стоят. Что у нас здесь имеется? У нас здесь точно есть бойцовская яма, которую с вами мы не прошли. Это однозначно. Попробуем, наверное, ее. А потом уже пойдем по заданию. Так, смотрим. Значит, бойцовские ямы. Вон та дальняя. Хорошо. Вперед. Так, это пленный. Это тоже пленный. Ну, посмотрим. 41 уровня. Боится заледенить. Атаки, казни, огонь. Двойники. У него куча двойников. Ловкач, дымовая бомба. Его бесят призраки. Проклятие. И для звериных атак он неуязвим. Но либо заледенит, либо огонь. Хорошо, посмотрим, кто у нас тут есть. Выбрать сторонника. Но я вот ни у кого не вижу огненных. То есть яд есть. И они все, блин, слабенького уровня. Легендарный, конечно, есть. Вот 38-го, в принципе, неплохо, да? Ну, хотя бы 38-го. Давай посмотрим твои подробности. Легкая мишень, вкусный для зверей, боится мух. Опять тоже уязвим для огня. Высший призыв Грауга. Стая карагоров. Убийца зверей. Ну, попробуем его. В принципе, разница в уровнях не такая уж и большая. Не надо меня недооценивать. Я хочу хорошей драки. Не думаю, что ты сможешь оказать мне достойное сопротивление. Ну и бей его, пока карагор твой занимается им. Так, ну это все двойников они убивают. Ну да, 41 уровня еще даже пока ни разу не нанес урон мой. Это плохо. Пока мы проигрываем. И скорее всего так и будет, что мы проиграем. Но нет у меня никого, у кого, блин, огненное оружие. Яд есть. Огненного оружия нет. Ну его, в принципе, можно будет завербовать тогда.
Ну, он стоит и просто смотрит. Стоит и смотрит. Ладно, попробую тогда завербовать. Он хотя бы 41 уровня. Так, ну и где он? Неплохо так. Так, интересно, тебя можно тут перепрыгнуть, друг мой? Нет, его нельзя перепрыгнуть. Отступление? Какое отступление, друг мой? Куда? Нет, никакого отступления. Вот, 45-го. Все, отступай. Посмотрим, кто у нас там дальше будет. Ну, уйди, друг мой. 45-го. Кто ты у нас такой? 41-го. Вкусный для зверей. Боится заледенеть. Дистанционный скрытый яд. Уязвим для яда. Казнь огнестойкий. Его бесят трусы. Командир. Проклятое оружие. Отряд охотников. Убийца зверей. Ну, попробуем выбрать сторонника. Так, ну раз он убийца зверей, тогда не стоит его и трогать. Ну вот, 45-го. Двойники про... А, у него, по-моему, стойкость к проклятому оружию как раз-то и есть. Град болтов. Ну ладно, попробуем вон хотя бы 45-го. Надо преподать тебе урок, пожалуй. Надеюсь, ты достойный противник, а то мне надоели червяки, которые слишком быстро мрут. Да, смотри, он уже даже нанес урон. Хорошенький, между прочим. Ну вот, по-моему, сейчас не сглазить бы, но вроде победа будет на нашей стороне. Так, одного двойника грохнули. Он уже, в принципе, сломлен. Да, готов. Отлично. Прошли бы с вами бойцовскую яму. Замечательно. Хорошо. Так, ну все. Бойцовские ямы мы здесь с вами полностью прошли. Насколько я сейчас могу судить, вроде бы да. Да, остались в Горгороте, в Серегости, Миносморгуле и в Нурнине. Потом туда отправимся. Давайте все-таки идти уже по заданию. Наконец-то у нас с вами получилось пройти бойцовскую яму 3-го уровня.
Боринг! Так, штурмовой отряд это у моих недругов, да? 39-й, 34-й, у меня все слабенькие, вообще жесть. Так, осадное улучшение, давай. Так, железные стены... Ой, у меня очень мало денег вообще, абсолютно. Денег реально очень мало. Хотя бы какие-нибудь каменные стены взять, что ли. Пусть будут каменные стены. Отряд щитоносцев. Здесь ядовитые осадные звери. Еще, наверное, одно откроем улучшение, да? За 900. Назначить сторонника какого-нибудь высокого уровня. Вот, допустим, тебя 45-го. Адское пламя. Боевой граук. Либо боевые карагоры. Давайте, наверное, оставим боевого карагора. Ну, благо, у нас стены не деревянные, у нас стены каменные, так что не так уж и страшно, в принципе. Либо боевой граук. Либо давай пока еще, наверное, откроем одну ячейку за 1000. Назначим туда тоже сторонника. 20-го, 45-го. А, это у меня уже стоят сторонники. 24-го. Тоже 24-го. 27-го. Ну, 29-го есть. Отлично. Так, огненные лучники. Зоркие лучники. Стены с шипами. Мне писали в комментариях, что типа лучше ставь стены с шипами, тогда никто не сможет перебраться. Вроде как капитаны. Они могут перебираться. Ну, давайте поставим. Я не против. Так, ну и здесь я все-таки оставлю боевого грауга. Здесь улучшаем еще крепость. Так, и давай тебя поставим танком. Огненные мины, либо ядовитые мины. Пусть будут огненные. Так, вроде бы все. Огненные лучники у них. У них есть дикий дракон. Угу. Осадные звери проклятые. Отряд дикарей. И кавалерия. Ладно, поехали. Тридцать четвертого. Отлично. Завербовали. Так, удерживайте, чтобы выдыхать огонь и накапливать мощь. Пикировать, хватать врагов. Это прицелиться. Двигаться вниз. Огненный шар. Хорошо.
Так, отлично, готов. Ох ты! Казнь! Отлично, молодец! Чё-то у тебя слюни текут, друг мой. Вербуй, 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 вербуй. Да не того ты вербуй. Вербуй. Ну я вот нажимаю вербовать, он не того вербует. Да не того же, ну друг мой. Эх, казнили вот его. Я не знаю, почему нельзя сразу вербовать. В чем сложность именно вербовки сразу? Казнь прошла вроде хорошо. Да его нельзя перепрыгнуть-то. Куда же ты? Давай, вербуй. Чё ж ты не вербуешь? Я же тебя жму Е. Вот это другой разговор. Хотя бы одного завербовать, что ли? Отлично. Отступай. Так, а чё, ещё не все, что ли? О, друг мой, да ты не хочешь наверх лезть. Так, идем сюда. Попробуем тебя опознать. Слабый на голову. Ага. Вербуй. Отлично. Одного завербовали. 43-го сразу. Так, останься, сражайся на моей стороне. Где еще один? Так, сгорел танк.
Еще одного пришлось убить. Ну, вроде бы как бы все, да? Да. Победа. Так, мы защитили. Область защищена. Задание, по идее, выполнено, да? Период завершен. Награда плюс очко навыка. Войны теней, период 2. Нурнан теперь вассай. То есть теперь надо все крепости отбивать атаки, да? Давайте посмотрим по предметам. Так, 491. Как бы и все, да? По шмоткам все. Здесь по капюшончикам, по плащам 38. Здесь 38. Какой из них можно продать? Тебя можно будет продать. А, и тебя тоже можно продать. Почему бы и нет? Пока у меня получается самый мощный стоит. 38. Скрытность. Хорошо. Что еще здесь по луку? Слабенький. Тоже слабенький, тоже продать. Тоже слабенький, в принципе. Так, по кинжалу. Получше будет. Он только один, да, у нас? Ага, хорошо. Так, ну и по мечам. 79. Он только один, да? А, кстати, подожди, тут можно какой-то было улучшить. Тогда пока тебя оставим. А никакие больше нельзя улучшить. Казнить врага. Ну смотри, у этого меча очень хорошие бонусы. Полное восстановление здоровья и мощи при успешном последнем шансе. То есть, когда меня пытаются грохнуть, я делаю последний шанс удачный, и у меня полное здоровье и мощь. Это отлично. Это отлично. У тебя какие бонусы восполнения эльфийских выстрелов при казни? Шанс критического удара. Ну так себе, если честно. То есть пока у меня хороший меч стоит, наверное, я его и оставлю. Здесь все по самоцветам. У нас еще с вами есть самоцветы. По персонажу пройдемся. 2 очка навыка, кстати. 2 очка навыка. Куда бы их... Проклятое оружие. 53 уровень требуется. Представляешь, 53. Да, минус Моргули. Победить, и это будет классно. Так, отравленное оружие. Ну давай сюда. Ну и сюда. Даже не знаешь, куда просто прокачиваться. Так, по самоцветам, кстати, мы не прошлись с вами. Точно. Совсем я забыл это дело. Вот тебя можно будет улучшить. Здесь не хватает. Тебя тоже можно будет улучшить. Тебя тоже можно будет улучшить. Так, ну и давай смотреть. Значит, красных таких у меня, по-моему, получается... Только 2. Могу поставить тебя сюда. Такой один, таких тоже получается 2 в наличии.
Таких три. Ну и таких получается мне сейчас три. Так, убрать. Стоп. Пока как-то так. Здесь зелененькими не получается, да? Потому что таких у меня всего лишь два. Тогда поставлю, наверное, тебя. Тебя если поставить, то что даешь? Похищение какое-то. Ладно, пусть стоит. Так, ну и таких получается тоже два. Прокачиваться тоже не получается. Ну хорошо. Пока пусть остается так, как есть. Вроде бы все. Здесь, получается, мы с вами все закончили. Тогда мы с вами отправимся, наверное, скорее всего, дальше по заданию. В Нурнине. Тем более, там еще есть бойцовский ям у нас с вами. Так, нам бы сейчас тогда сразу переместиться. Ну, наверное, опять же начнем с бойцовских ям, потому что мы, по-моему, здесь еще ни одну бойцовскую яму не проходили. Отличненько. Ну и бойцовскими ямами с вами займемся в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.